Сантехник звонит в дверь. Открывает молодая хозяйка, а у нее за спиной огромный дог. Рычит. Хозяйка: «Не бойтесь, он кастрированный». «Да я, собственно, боюсь, что он покусать меня может». Переписка двух парней по поводу девушки. «Да ты полный лузер, твоя девушка ушла от тебя ко мне. Это камень в твой огород». «Моя девушка ушла от меня к тебе. Это бревно в твою постель». Жили-были два медведя. Один из них думал, что сосет зимой лапу, а другой нагло этим пользовался. Абрам лежит в постели с Сарой и наблюдает, как она капает глазные капли. Две капли в левый глаз, две капли в правый глаз и две между ног. Абраша спрашивает: «А зачем туда-то? Так она тоже давно уже ничего не видела». Из разговора в сети. В смысле, если я тебя потащу в постель, то ты не откажешься? Почему ты молчишь?» «Я в тупике. Не знаю, как правильно ответить. Да, не откажусь или нет, не откажусь?» «Живу в общежитии. Туалеты, естественно, общие. И значит, как-то раз сижу себе спокойно, делаю дела, мысли думаю. Тут слышу, кто-то зашел. Дергает первую кабинку, закрыто. Вторую кабинку, тоже закрыто. Третью закрыто, и так четвертую, пятую, опять закрыто». За ним следует 3 секунды молчания и поистине великая фраза: «Нихера себе аншлаг! Почему у тебя так воняет изо рта?» «А что мне делать, если мне в душу насрали?» Муж и жена со стажем занимаются любовью. Муж: «Ой, прости, пожалуйста, я, кажется, сделал тебе больно». Жена: «С чего ты взял?» «Мне показалось, что ты пошевелилась». Один мужик говорит другому: «Вот если бы ты пошел в поход и проснулся бы ночью голый и вся жопа измазана вазелином, ты бы кому-нибудь рассказал?» «Ты что, с ума сошел? Конечно нет». «А не хочешь пойти в поход?» Дать по роже и дать в рожу – одно и то же. А вот дать по жопе и дать в жопу – две большие разницы.